Добрый день. У нас в разборе много Discovery Sport автомобилей и Range Rover Evoque с 2015 года. Вот сегодня хочу вам показать двигатель 2 литра дизель. Таких у нас порядка 10 моторов. Конкретно этот двигатель снят с машины 2015 года, пробег 42 тысячи миль. Возможно, продажа как столбом, то есть без навесного оборудования, так и в сборе. Ссылку на этот и другие двигатели размещу в описании. Если будут какие-то вопросы, набирайте, будем рады проконсультировать по поводу этого и других двигателей.